Thank <laughs> you. продолжаем читать книгу пророка Исаи. В прошлый раз мы остановились, разбирая свидетельство 63 главы, о, где проводится обращение к Богу Отец, что, в общем-то, редкость для Ветхого Завета. И вот продолжая эту тему, в 64 главе также эта молитва это обращение употребляется. Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей, не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие, возри же мы все народ Твой. Обращение к Отцу предполагает Определенное соотнесение себя с тем, к кому ты обращаешься. Определенное соотнесение себя с Богом, с Отцом. И это соотнесение всегда вот такое, неожиданное. Когда мы размышляем об этом нашей не очень светлой головой, нам кажется, что ну как же это так-то? Он отец, мы дети, мы должны быть дерзновенны, мы должны быть даже дерзки, мы э, интерполируем на отношения человека с Богом, наши отношения с нашими отцами или отношения с нашими детьми. Мы делаем Ошибку не замечая того, мы создаем Бога по нашему образу и подобию, а не себя по образу и подобию Бога. Мы наши отношения делаем образцом, хотя наши отношения с отцами и наши отношения с детьми должны измениться такими, какими они задуманы вот в отношениях Бога и человека, но у нас нет эталона, у нас нет, скажем, критерия измерения. Мы не знаем правильных отношений с Богом, и потому у нас неправильные отношения ни с нашими детьми, ни с нашими отцами. Это не страшно. Мы грешные люди, мы падшие люди, мы живем в мире, лежащем возле, мы живем во мраке, в темноте мы все исковеркали, изуродовали. И поэтому это не страшно, надо только признать, что это так, и обратиться к источнику света. И пойти на этот свет, и постепенно преобразиться все, измениться в нас самих. Переделается наша точка зрения, наши чувства, наша воля. Наши мысли, наши взгляды, наши поступки, вся, э, скажем, парадигма нашего существования станет другой, потому что мы пошли к свету, а этот свет обладает силой нас изменять. Да, тогда ничего страшного, ничего постыдного в том, что сказать ничего в этой жизни не понимаю, ни к отцу, ни к матери, ни к детям, ни к друзьям относиться правильно не умею. Вот поэтому пошел учиться к Богу, который и задумал меня каким-то иным, и мои отношения с теми, кого я перечислил, иными. Это нормально, но мы сидим во тьме и говорим, что нет, отношения с Богом должны быть такими, потому что мы так относимся к нашим детям. Очень часто приходится слышать слова о том, что если Бог дети, мы же должны ну, как-то вот очень просто и легко к нему относиться. Почему мы называем себя рабами? Потому и называем. Вот, потому что мы неправильно относимся к Отцу. У нас неправильный взгляд, неправильное отношение и даже невозможность установить правильное отношение к Отцу. И вот здесь об этом нам и говорится, что... Если ты отец, то я глина, ведь это я создан по твоему образу и подобию. Это я исковеркал этот образ и подобие. Это ты мой творец, и только ты исковерканное можешь исправить. Я отдаю тебе себя в твои руки. Я отдаю себя тебе. Я Ощущаю себя глиной, чтобы ты сделал то, что должен сделать. Потому что э, ты сотворил нас по образу и подобию твоему, мы все это э, испакостили, сгадили, изуродовали. И теперь изуродованное нужно восстановить, нужно сделать. И мы должны тебе это позволить. Мы глина. В том, не только в том смысле, что мы сделаны из земли, как Адам, созданы из глины. Мы глина не только потому, что хрупкие, именно это имеет апостол Павел, когда называет нас глиняными сосудами. Мы глина потому, что мы позволяем тебе из нас лепить то, что ты должен слепить, то, что ты задумал, то, что есть в твоем плане. А если мы сознаем себя глиной и позволяем тебе делать с нами, что ты хочешь, тогда мы и есть твои рабы. Мы послушны твоей воле, как рабы. Мы послушны твоей воле, как глина. Мы ничего своего не имеем. Мы отдаем тебя в надежные руки Творца, зная, что ты слепишь из нас детей. Мы сейчас никто и ничто, но ты слепишь из нас, если мы позволим тебе это делать. По сути дела, такой как бы парадокс. Обращение к Отцу предполагает, что мы не его дети. Нет. Обращение к Отцу предполагает, что мы хотим стать его детьми, что мы хотим вернуться к Отцу, что мы хотим, готовы позволить слепить Ему из нас детей. В этом, с этим отрывком пророка Исаия перекликается известный отрывок из послания апостола Павла к римлянам, тот отрывок, который читается 6 глава, который читается при совершении таинства крещения. Как мы были рабами греха, так теперь должны стать рабами праведности. То есть подчинив себя Твоему закону, Твоей правде, Твоей любви, чтобы Ты переродил из нас детей, чтобы Ты из детей тьмы, чада гнева, из упрямых, жестоковых, злых, мрачных, подлых созданий сделал из нас своих детей, слепил, слепил, перелепил, переродил, переплавил и сделал нас такими, какими ты нас задумал. Мы своей волей от тебя ушли. Мы своей волей разрушили связь с тобой. Мы своей воли исковеркали твой замысел. Мы осознали свои заблуждения, возвращаемся к тебе и отдаем тебя твоей, себя твоей воле, потому что нужно совершить обратное действие. Наша воля все разрушила. Мы отказываемся от нее, чтобы твоя воля все создала. И вот мы в крещении начинаем этот процесс – мы э, сходим в купель, как в горн, в котором переплавляется наша воля, в нас влагается огонь Святаго Духа, который продолжает переплавлять, переделывать, перерождать, исправлять нас, делая нас из жестоковыйных и упрямых э, рабов э, греха, делает нас послушных сыновей. Бог, и мы должны отказаться от своей воли, чтобы отдать себя в руки, и чем податливее глина, чем меньше она сопротивляется Богу, тем быстрее и легче Отец сделает из нас воссоздаст из нашей тьмы э, себе детей свет. И э, вот это. Наше усилие, оно на то и направлено, на отречение своей воли и отдание себя Богу. Мы никогда не нужно забывать, мы забываем, мы автоматически забываем об этом. Это некое, может быть так сказать, последствие, одно из последствий греха, одно из последствий той бедствия, к которым все мы причастны по факту своего рождения, мы убеждены, что мы дети Божьи, ну просто потому что родились, нет, мы дети своих родителей, потому что мы родились, детьми Божьими мы станем только тогда, когда отдадим себя Ему в руки, чтобы Духом Своим переплавляя, перегибая, изменяя нас, Он воссоздал себе детей в Духе Святом, мы детьми становимся Божьими не потому, что мы ходим по земле, не потому, что мы родились от Отца и Матери, а только потому, что мы послушно отдаем себя в Его руки и принимаем благодать Святого Духа, которая единственная способна сделать из нас детей. Только в Духе Святом мы становимся, рождаясь от Духа Святого, становимся его сыновьями и дочерями, но не мгновенно, не тотчас же. Это процесс становления мы отдаем себя на протяжении всей жизни в руки Бога, чтобы Духом Святым Он воссоздал себе детей. А кто Духа Святаго не имеет, как говорит Священное Писание, тот не не сын и не дочь, тот возомнил себя сыном и дочерью, но в нем нет никакой печати Отца. И в этом трагедия, о которой говорит нам Евангелие, но мы не слышим. Там несколько раз повторяется, говоря о последних судьбах и мира, и человека, страшные, ну для меня, по крайней мере, это самые страшные слова, которые может услышать любой человек. Отойдите, я вас не знаю. То есть люди бегут к нему навстречу, хоть те, которых описывает 7 глава Евангелия от Матфея, хоть те, которых говорит притча э, о десяти девах или притча о страшном суде, люди с доверием, люди с надеждой обращаются к Богу. Вот мы же твои дети. А он говорит, а я вас не знаю, нет мои. Не вижу я никакого печати своей, подобия, что вы подобны мне, я вас не узнаю, я вас не знаю, вы не мои. Для нас эта ситуация, она, ну скажем это, нонсенс не может быть. Как Бог может сказать кому-то, я тебя не знаю. Ну вот может. И... Мы упорно не хотим воспринимать этих свидетельств Евангельских, я это подчеркиваю, это не Ветхий Завет это Новый Завет. И мы потому не можем это воспринимать, что мы не хотим превращаться в глину, мы не хотим позволить Ему лепить из нас то, что Он хочет. Какие же мы дети? Если мы не послушны своему Отцу, если мы антологически. Психологически, духовно не принимаем Его воли. Мы даже не даем Ему права сделать из нас то, что Он хочет. Мы отказываем в этом его кто, прав. кто ему дал такое право, с чего ради-то, почему Он должен нас воспитывать, лепить, переделать. Зачем? Значит, мы не дети. В том-то и дело. Сын сознает право Отца воспитывать Его потому что он отец. Даже если он был бы груб и жесток, сын знает, что отец имеет на это право. Это включено в его природу. Он рано или поздно может сбунтоваться с этим, но, по крайней мере, до поры, до времени он знает, что отец имеет право, а чужому человеку он противится. Потому что ты не отец, кто тебе дал право меня воспитывать, кто ты такой. Так вот то же самое и мы. Мы не даем право отцу наш воспитывать. Мы не ощущаем и не хотим ощущать себя. глин мы твердые как гранит, как базальт, как нечто совершенно неподатливое, как кусок какого-то космического железа, который ни за что не хочет поддаваться переплавке и переделке. Это осознанно, это целенаправленно, это ты должен измениться таким, стать таким, каким мы хотим тебя видеть. Это ты должен подстроиться под нас, это ты должен создать такую жизнь, какая бы нам была приятной, вести в такую вечность, которой мы были бы довольны. Это лучшее, ярчайшее свидетельство того, что мы не дети его. Мы какие-то совершенно приблудные сюда пришедшие, вошедшие, ворвавшиеся, чтобы давать ему указания и указывать, как он должен относиться к людям, что он должен переживать, что он должен делать, что в конце концов мы остались им довольны. А дети, или как в другом образе, в другой притче, евангельской овцы, они слушаются. И слушаться готовы, и эти переплавляющие нас руки Его это те скорби, те обстоятельства, те события, которые посылаются нам в жизнь, это не слепая глупость или злость других людей, это Его руки, которые делают из нас детей. Надо отдаться, надо подчиниться, надо довериться этим рукам, они вояют из нас детей Божьих. И это осознанное, сознаваемое действие – единственный путь, которым человек и обретает возможность войти в дом своего Отца. Продолжая эту же мысль, 64 главу читаем, с самого начала. О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагом твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы. Чтобы превратить нас в в детей Божьих, чтобы из камня мы стали глиной, а из глины мы стали детьми живыми, как вот образ э, Пиноккио, не Буратино. Пиноккио, он э, именно глубочайшая аллюзия на эти библейские образы. Мы все недочеловеки, упрямые, сварливые, жестоковынные, то есть сопротивляющиеся его воле, и нас нужно сделать живыми, нас нужно оживить. И вот для того, чтобы это сделать возможным, огонь должен пролиться на землю. Ты должен сойти. Мы сами не можем стать детьми, мы сами не можем ожить, мы каменные изваяния. Мы камни, каменные расколотые, когда-то окаменевшие твои создания. Когда-то мы были живыми. Мы сделали столько зла. Мы так пропитаны гордостью, что окаменели. И теперь нужно, чтобы ты пролился огнем, и этот камень расплавился, ведь камень плавится. Плавится от определенной очень большой температуры мы видим эту истекающую магму, вот и так должен пролиться, чтобы мы каменные растаяли и стали как глина, а, а как глина расплавленная вот в твоих руках, чтобы ты смог слепить из нас живым. Но для этого ты должен сойти, ты должен преобразовать камень в жизнь, ты должен снова вдохнуть в каменное сердце дух жизни, чтобы сделать детей. Вот это, ну, как бы образ библейский, но тот же самый образ используют и святые отцы, когда э, не рассуждают, а когда проходят этот путь. Э, потому что нас ведут по этому пути, и мы его проходим каждый шаг нас, ну грубо говоря, тащит за шкирку, и каждый этот шаг мы должны сделать сами. Как бы нас ни тащили, ни одно движение божественной воли не произойдет без нашего согласия, без нашего соучастия в этом. И поэтому в практической жизни, в практической духовной жизни любой человек, любой без исключения, проходит. У кого-то это все быстро, у кого-то долго. Он сталкивается с тем, что сердце его каменное. Не, скажем, не, не в образе, оно реально каменное. Оно ничего не чувствует, ничего не понимает, ничего не переживает, ничем не волнуется. Это мертвое каменное сердце. И вот человек начинает разбивать камень своего сердца. Он пытается как-то что-то сделать с ним ничего не получается. да, есть скорби сокрушающие камень, есть обстоятельства разрушающие камень, но это будут осколки каменного сердца не более того. и вот однажды человек просит сердце каменное, но он просит, чтобы Бог сошел в это сердце. он не просто, он жаждет этого схождения, он жаждет оживление каменного сердца и говорит те же самые слова «Расторгни небеса и сойди не только в Вифлеемскую пещеру, в мое сердце, как в пещеру каменную, пролейся огнем». И однажды это происходит. Вдруг человек чувствует, что сердце его ожило. На эту тему написано множество, множество, множество художественных повестей, рассказов, романов, фильмов. Но это все образы, тени, слепки. Главное пройти это самому, чтобы однажды действительно почувствовать, как камень твоего сердца превращается в живой источник жизни он оживает в руках Божьих, оживает потому, что проливается огнем благодать в это сердце. И вот это самое важное, что делает Бог с человеком, но чтобы это стало возможным, чтобы эта благодать пролилась в человеческое сердце, нужно сделать самое главное, самое нужно, чтобы Бог стал человеком иначе он не сможет пролиться огнем ни в одно человеческое сердце. И он становится человеком, он сходит, становится человеком, чтобы дотянуться огнем до каждого человеческого сердца. И именно об этом говорит 4 стих 64 главы. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога, Кроме Тебя, который столько бы сделал для надеющихся на Него. Вот это столько бы сделал, это не только о тех благодеяниях, которые сделал Бог для израильского народа. Это вообще, в принципе, то, что сделал Бог для людей. Вот именно этими строчками четвертой, а порой просто цитатами. Это 4 стиха 64 главы наполнен наш евхаристический канон, наша анафора. Мы восхищаемся тем, что Он сделал для людей, из небытия в бытие нас привел. Потом от падших восставил, воскресил, посадил с собой на небесах, дал нам новое сердце, вел нас к себе, сделал способными быть служителями Нового Завета и детьми Его по благодати Святаго.